мы посвятим набиванию. Чтобы научиться правильно набивать. Ну, и сейчас я вам все подробно покажу и расскажу. Вот я вам показываю, где нужно набивать. На вот эту вот поверхность вашей ноги должен падать мячик. Но если он далеко уходит от вас, то тогда лучше всего подыграть вот этим. Тогда он вернется на нормальное расстояние от вас. И, конечно же, противоположное. Если он находится под вами, то тогда лучше всего подыграть вот этой частью ноги. Вот сейчас я хотел бы вам показать, как именно правильно набивать на практике. Ну, поехали. Набивать нужно не выше колена. Ну, не выше пояса. Но, конечно, и не очень. Я хотела бы сказать, чтобы... Это, конечно же, не все про набивание, но это основы. Дальше вы можете набивать как боком, коленами, внешней стороной стопы, там, ну и по-всякому другому. Всем пока-пока, с вами был Халк Диамант, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.